Средиземное море. На его берегах рождались и умирали великие цивилизации. У меня была давняя мечта – взять в чартер яхту и пройти на ней вдоль побережья Средиземного и Эгейского моря. В апреле 2018 года эта мечта осуществилась. У нас собралась хорошая компания. Была зафрахтована 46-футовая лодка и куплены билеты на самолет. И вот мы в Анталии. Половина нашей команды прилетает завтра, а у нас есть немного времени, чтобы познакомиться с городом. Анталия – это большой курортный город на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталия. Постоянное население города – около 1 миллиона человек. Рано утром мы все вместе ехали в уютном автобусе. Нам предстояло проехать 220 километров по горной дороге до города Фетхия. Примерно в середине пути мы сделали остановку в небольшой деревушке для того, чтобы перекусить. Дорога позади, а мы находимся в Марине города Фетхия. Капитан решал вопросы с представителями чартерной компании. Остальные планировали, что и в каком объеме нужно купить для нашего путешествия. И вот, наконец, уладив все формальности, мы получили нашу лодку. Яхта «Анна», порт приписки, город Бремен. Отметить это дело мы решили в рыбном ресторане на рыбном рынке. Рыбный рынок – это одна из достопримечательностей Фетхия. Здесь можно купить очень свежую рыбу и морепродукты. Здесь же находится несколько рыбных ресторанчиков. В одном из этих ресторанчиков приготовили купленную нами рыбу. Закончился этот прекрасный ужин уже на лодке.
лицо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Без лицо в конверте, погоди, не рви. Утро в Марине. Тишина и спокойствие. Наполнив пресной водой специальные емкости на лодке, мы выходим в море. Марш славянки? Цель сегодняшнего перехода – бухта Сарсала. Остров Кызылода или Красный остров. Со всех сторон он окружен скалами, поэтому в античные времена он не был заселен. В настоящее время на нем проживает одна семья, которая обслуживает находящийся на нем маяк. Марашки начались, это значит 7 метров. Тань, ни в коем случае не бери эту штуку. Таня, Тань, руки убери. Ни в коем случае не бери эту веревку. Да
На острове Тарсане есть известная бухта, на одном из камней которых известный художник Бедри Рахмиби Баглу разместил свою известную картину «Рыбу, выбитую на камне». Сарсала – это спокойная и хорошо закрытая бухта в заливе Фетхие. Чтобы остаться здесь на ночь, достаточно заказать ужин в местном ресторане. Окей, море пиксирот, плиз. Плиз. Sorry, can you a little bit more? Thank you.
Немара, зеленый, полностью заросший лес. Он перегораживает выход из гавани Мармарис в открытое море. В народе он больше известен под названием остров Женет или Райский остров. Зачет есть. Холодно, Саша. Не мочи там. Да, градусов 19, я думаю, не 20. Ну так это, поддувает еще просто. Саша, иди сюда, все работает. Слушай, да, там тепленько сейчас будет. Там не душ. Фиксируй. Еще чуть-чуть потяни, чуть-чуть, миллиметр еще чуть-чуть, все нормально. 228 рублей AliExpress. В заливе Мармарис нас ждал приятный сюрприз. Красавчики какие, устроили нам шоу. Примерно полчаса мы любовались этими морскими животными. Вот они. Дима, борт возьми. Давай, давай еще, она натянута хорошо. Стой, хватит, 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 иди. Мармарис – один из лучших курортов Турции и признанный центр парусного спорта Восточного Средиземноморья.
Прогулка по этому прекрасному городу – это отдельное удовольствие. Крепость в Мармарисе построена султаном Сулейманом Великолепным в 1522 году. Сейчас в крепости хороший музей. Цель нашего сегодняшнего перехода – бухта Икинчик. Бухта Икинчик находится примерно на середине пути между Мармарисом и Фетхие. Это одна из красивейших бухт всего побережья. Амай-Марина, которая находится в бухте, заслуживает самых высоких оценок. Глубины 20 метров, слева 10. Я 35 поставлю. Если я не снял. Здесь вон рыбы сразу приплывают. Бухта Икинчик окружена горами, пальмами и даже оливками. Бухта очень прекрасна для стоянки.
Сегодня мы решили посетить город Дальян и его окрестности. Но путь к нему лежит через заповедник на реке Дальян. Поэтому мы решили воспользоваться местным транспортом и арендовали лодку. Ну понятно. Место впадения реки Дальян на побережье считается условной точкой раздела Эгейского и Средиземного моря. Капитан на берегу. Мы находимся в Дальян, это заповедная зона, ее еще называют Черепаший остров. А все потому, что здесь водится два редких вида черепах. Первый вид – это нильская черепаха со змеиной головой, ее можно увидеть в протоке реки Дальян. А второй вид – это редкий вид черепахи карета-карета, вот, которые откладывают яйца на пляже недалеко от Дальяна. Да, на будущее, типа, когда мы будем возвращаться, здесь стоит. По пути мы осмотрели античный город Каван, 3 век до нашей эры. Турки называют его город Каунас. Лапой, прикинь, задела. Разбегаемся. Держи. Сейчас тут поймали. Там побежали. Саша, они драпают. Не убегайте. Видите, как носятся. Саша, давай быстрее. Сейчас. Высоко в скалах вырублены гробницы ликийских царей. Город Дальян называют еще турецкой Венецией.
чтобы они не скрывали. Сегодня мы держим путь в очень интересное место. Остров Гимелер. Мы рнетесь сейчас. Сейчас через нос кильнетесь, короче. Огибая мыс Крутоглу, мы вновь встретили дельфинов. И получили еще полчаса полного восторга. Рыбу задавите. Мы за один раз на морского пехотинца. Еще кто? Давайте еще один. Остров Гимелер также носит название Остров Святого Николая. На весь мир он известен тем, что на нем находится огромное количество руин. Большинство зданий датировано 5 и 6 веком. Она говорит, поздравляю. Извините, я его еще не готовила. Вы
задачу были, надо были бои. Лево выкинуть. Нормально. Вот еще глаз, видишь? Нас выставляли. А тогда он ровно ее? Тоже. Класс. Супер. Супер классно. Мы возвращались в Фетхие. Настоящие морские волки ключами не пользуются. Наполнили баки дизельным топливом. Пришвартовали яхту. Наше путешествие закончилось. Все было хорошо, путешествие было хорошее. Посмотрели достаточно много достопримечательностей, достаточно интересных, необычных таких. Посмотрели деревню Долян, или это город был. Ну, в общем, все было хорошо, мне понравилось. Друзья мои, что могу сказать? Вообще, путешествие было великолепным, прекрасным. Вот, команда супер. Вот, испытали на себе все. Ветер, волну. Похмелье утреннее, на синдром легкий, да. Ну, остались очень довольны. Команда была хорошая, погода была хорошая, маршрут был хороший. Все было хорошо, замечательно. Спасибо команде. Было страшно, но я закрывал глаза в самый страшный момент, и мне было хорошо. Время пролетело очень быстро. Неделя. Словно 5 минут.